Ну что, продолжаем проходить медиума. Так, мы взяли болторез. И теперь, так, тут мы уже все поболтали, выяснили, что да как, что, почему вообще. Так. У нас есть сюда. Ну, конечно, все загорождено. So worth it. I love you, Наконец, обожаю тебя, болтарис. Кайна. Так. А, путь вниз. Путь вверх. Остается путь вниз. А, и мы типа здесь выходим, да? Kinda sounds like a spy name. Yeah. Cutters. Bolt cutters. Рез, болт. Рез. Ты, блядь, шутить? Вздумала. Или актер, который снимается в фильмах. Где называют настоящее имя, стыдно. Yeah. Фу. Spy name it is. Так, и по идее мне он туда. Да? Ну да. Ну. Да, карта нахуй не нужна, да? Ты зачем эти элементы? Okay, ладно, Мариана, нужно узнать, что хотел показать печаль. Right. Здесь с ней все в порядке. Сейчас, по идее, мы берем и срезаем его к хренам. All right. Here we go. Так, а у меня задание, да? Войти в комнату отдыха. А что если я вернусь обратно? Вон та комната. Там не цепь висит? Смотри, в принципе, да? Типа, это секрет или нет? Я не знаю. Но мне надо идти в комнату отдыха. А это, как мы с тобой знаем, это нихуя не комната отдыха. Это записочка. Бла-бла-бла. Он вообще не затыкается. Говорит, говорит, наказывает мне всякие штуки, показывает мне всякие штуки. Всякие места, плоть, кости, прах и смерть. Я описываю их Ричарду, это немного помогает. Он думает, что это все мое воображение. Говорит, что мои рассказы его вдохновляют. Такие дела. Я устал. Если бы не он, меня давно бы здесь не было. Но иногда...
Мне кажется, побыть в одиночестве. Мне хочется побыть в одиночестве. Только я наедине с собой. Я хоть разок. То есть ему чей-то голос говорил, что он козел сраный. Козлить-то. Смотри, там какой коридор. Пустующий. И все? Здесь не было ни хрена. Да. Очень впечатляюще. Давай, вышибай нахуй двери. Я дома. Дорогой. Ща какая-нибудь хуйня выпрыгнет. Так, разделение. Печаль. Мариан. Вот ты где. Слава Богу. С тобой все хорошо. Я так волновалась. Ты от меня чуть не сцапала. Что это вообще такое? Она появилась из стыда. Из беспомощности. Из гнева. Гнева? Ага. Это как злость, но сильнее. Когда она вырвалась на волю, мы не смогли ее остановить. Она всех их съела, Мариан, всех моих друзей. Твоих друзей? Остался только я. Не переживай, печаль. Теперь я с тобой. Нет. Она и тебя съест, как всех остальных. Тише. Я не дам тебе в обиду. Обещаю. Да, ладно. Можешь рассказать мне что-нибудь об этой комнате? Это комната отдыха. Мы тут раньше играли. С Ричардом? Он тоже твой друг? Нет, но он был умный. Может, он мог бы тебе помочь? Был. Он что? С ним случилось несчастье. Я помню, что он стал полым, как кукла. Он... Ой, я вспомнила Марианну. Я не хочу с ним встречаться. Что, почему? Что-то вспомнила? Нет. Не говори. Кому не говори. Ладно. Можешь сказать, но тебе надо пойти со мной, если я смогу тебя защитить. Иди нахуй, Марианна, иди. Уёбывай нахуй, Марианна, пиздуй отсюда куда подальше и больше не приходи сюда, тварь. И тогда я поняла, она хотела, чтобы я кое-что увидела. Что ты хотела ей показать? Что ты хочешь увидеть? Что Ричард стал той хуйнёй, которая за нами бегала? Это Ричард? Так. Нет, так, конечно, прикольно. Синхронность. Давай. Как-то ты, блядь, чё-то заторможено как-то. Всё. Ричард? Ричард? Вы здесь? Are you there? Сейчас не говоришь, сейчас типа босса будет. Мне это не очень нравится. Это Ричард?
Ачивка, путеводная звезда. Я так долго пытался направить его на верный путь, показать ему всю широту его потенциала. Он все время отказывался, утверждая, что он не художник и что рассматривает наши встречи как терапию, а не как выражение себя. В конце концов, я его уговорил. Он согласился поступить в университет, но при условии, что сам выберет специализацию. Так он начал заниматься архитектурой. Сначала я был настроен скептически и думал, что он промял амбиции на профессионализм, но глубоко внутри радовался, что я единственный, кто воплощает его видение в жизнь. А потом он встретил ее. Наши сеансы рисования стали совсем редкими. Ему больше не нужна была моя помощь в борьбе с его демонами. Какой-то психолог, психиатр, наверное, спятил и захерачил пацана. Так, лошадочки. Подойдите, ребята. Познакомьтесь с Лианой. Она будет рисовать вместе с нами. А почему нельзя поиграть с друзьями, дядя Ричард? Друзьями? Лиана, я обещал твоему папе, что ты будешь проводить время и с другими детьми. С друзьями. Со своими башке друзьями. Это ужасно. Записка. Ноты. Какие-то ноты. At least part of it. Часть произведения. Окей. Еще там что-то. Томас, меня всегда поражали глубина и детальность его воображения. Его разум тонет в гипнозе сюрреалистических видений. Он описывает образы с мельчайшими подробностями, так будто действительно все это видел. Словно кто-то или что-то приоткрыло завесу и позволило ему заглянуть за пределы нашей реальности. Ангел, демон. Есть ли разница? Это не имело для меня значения, когда его видения оживали на моем холсте. Кто-то может счесть, что я использовал мальчика, чтобы разбудить свою угасшую фантазию. Но как я мог позволить этой уникальной точке зрения... этому бездонному источнику вдохновления пропасть зря. Нет, вот это был бы непростительно. Чего, блядь? Так, вернемся к игре. Короче, художник рисовал, да? Использовал ребенка, чтобы, блядь, свои рисунки говняные рисовать. Посмотри, там открыто. Locked. Заперто. Мне нужен ключ. Пойдем, думаешь, ему будет лучше в доме престарелых? Или с семьей? У Ричарда нет семьи. Ох, бедный. Как будто не в себе. Знаете, мы когда-то были близки. Хорошо, буду с ним присматривать. Холо, как пупа. Так сказала печаль.
Так, еще записули. Я помню, как впервые встретил его. Тогда он уже работал на заводе. Но он все еще не успел повзрослеть до конца. Его глаза были широко раскрыты. Он постоянно оглядывался, словно напуганный зверь. Его родители погибли во время Варшавского восстания. И он не хотел рассказывать о том, через что прошел в последующие годы. Я на него не давил. Вскоре стало ясно, что у него больше никого нет в этом мире. Я сразу понял, что несмотря на юный возраст, он повидал такое, что никому в его возрасте не следует видеть. Я сразу понял, что он особенный. Ага, особенный. Так, тут какая-то хуйня. Тут у нас... А, все это эти лошадочки, да, там. Так. А чё, у меня нету этой штуки? Так, так, так. Нота. Есть. Ага, еще кусок остался. Причем дурных. А чё я не слышу? Не слышно голоса. Incomplete он. Что здесь у нас? Это вошло у нас в привычку. Я брал альбом, а он садился рядом со мной, закрывал глаза и начинал рассказывать. Описывал то, что видел своим внутренним взором. Говорил о неведомых нам мирах, ужасных и великолепных. Упражнение по развитию фантазии стало неиссякающим источником вдохновения. Мои руки... Ни на секунду не останавливаясь, запечатлевая на бумаге наброски неописуемого. Сначала я не понимал, почему он так охотно делится со мной своими видениями, ведь он считал их тяжким бременем, приносящим боль и тревогу. Но вскоре я понял, что он просто хотел, чтобы кто-то увидел в его видениях не призраки безумия, а нечто прекрасное. Прекрасное. Ебанулись совсем, что ли? Прекрасно. Так, мне же какая деталь. Мне ее пока нету. Знаешь, что надо? Смотри. Ёбаный в рот, я хуею, такой идиот. Так. Вот, есть. Это на глобус.
Так. Да господи. Еще один стык миров. Может, он подскажет мне способ выбраться? Так. Что это, колпачки от фломастера? Да, блядь, я вообще не понимаю, как... О. Люблю эту мелодию. Она напоминает мне о детстве. А хорош сегодня. А плохие дни? Они же тоже вспоминаются, правда? Ты очень умная девочка, Лили. Ты это знаешь? Ты особенная. Этот голос. Это точно печаль. Так. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Ага, ключ. Давай. А, понятно. Сейчас я буду бегать так вот по этим комнатам, потом вернусь и этих бабочек, да? Раз, ну, врежь, давай. Ну, чё ты такой? Режь, ну, чутка. Так, всё, вот я вышел.
Комната. На тебе ключ. Комната. Все открыл. И заходим. Тук-тук. Ну же, Ричард, ты всегда помогал мне. Разреши оказать тебе ответную услугу. Не знаю, Томас. А как же моя работа? Университет. Ричард, я знаю, что тебя оттуда выгнали. Похоже, ты все-таки кого-то разозлил. Оставайся с нами, дружище. Ради меня. Ради них. Значит, он пригласил его сюда. Интересно, ради них? Это ради кого? Так. Всем собран. Очки. Да, блять. Да что ты не собирайся? О. Значит, вот так нашли. Там, просто лежал там. Господин Рекович. Здравствуйте, он был моим другом. Дайте мне минуту. Ты лжешь, Томас. Ты считал, он заслужил это? Так, как только он обручился, мы почти перестали общаться. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что я ревновал. Он больше не принадлежал одному мне. А со временем я привык к ней. Она поражала и красотой, и интеллектом. В конце концов, я смирился с тем, что он нашел настоящее счастье, настоящую любовь, крепкую и чистую. Насколько чистой она вообще могла быть. А в любом случае, я был ему больше не нужен. Когда появился проект, который позже стал известен как Нива, я сделал все, что было в моих силах, чтобы он получил то, что хотел. Хотя я знал, что это лишь еще больше отдалит нас. Я хотел для него самого лучшего. Я любил его как родного сына. Что за хуйня? Я же забыл. Так. Thank you.
ничего там нету, да? Там точно ничего? Нет, показалось. Типа так предназначен, типа закрыт. Ну теперь-то у меня вроде бы как все есть. Нельзя нажимать, понятно. Так, что там по времени? Ебать, ты посмотри, там какая-то хуйта огромная сзади. Прям в лесу она там. Так, все было кончено. От меня фактически отказались. От меня, Ричарда Тарковского. Мои работы прославились по всей Европе. Критики говорили, что мое воображение не знает границ. Мое имя было синонимом изящного искусства. И все это ничего не значило для канцелярских крыс. Я для них был лишней ответственностью, источником опасных либеральных идей. Я чувствовал себя преданным и опустошенным. Я должен был уехать. Я должен был покинуть этот мерзкий город. И еще мне... очень нужен был друг. Я его отыскал. Ужасный зеленый чай. Так, я знал, что несколько месяцев назад он потерял жену. Тогда я решил, что не стоит его беспокоить, пока он в трауре. И теперь я боялся, что он затаит на меня обиду. Обиду за то, что я не поддержал его в самый тяжелый момент. Но все вышло с точностью... да наоборот, он меня приютил. То есть ты, падла, дождался, пока того друга умрет жена, а потом стал, сука, его использовать. И навлек на всех беду, вот стопудово. Так, здесь картина, да, по-любому? Так. Да в какую сторону тебя? Дядя Ричард, у меня руки устали. Ты же несколько часов не рисуешь. Почти закончил. Знаешь, Лили, ты мне напоминаешь одну девочку. Мою подругу с детства. Ты любил ее? Да, юной, невинной любовью. Без взрослой грязи. Ричард. Не устать. There's grief, sorrow, and something else. Еще. От него исходит, знаешь, чем? Мудачьем. Он мудак. От него прям веет тварью.
Так. Не понимаю, честно, как это действует. Вроде код на в направлении нажать, она потом не собирается его. Так странно, блядь, пиздец просто. Достиг прям насиловать. Да что ты, блядь, не хочешь собирать? Ну собирайся, блядь. Куда? Его дальше некуда мне. Крутить-то, блядь. Ты... Ну, как мне эта система бесит. Какие-то непонятные вот эти вот для игры. Геймдизайн какой-то странный. Типа... А, да ты господи! Куда я должен крутить? Я должен стик вытащить, блядь, и потащить его нахуй. Вот, вот, смотри. Вот. 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 Видишь, куда мне там его еще толкать? О. А ну как-то, блядь, рандомно строится. Писаю игры с куклой. Мне же я купил ее специально для тебя. То есть, я, блядь, направил движение, выбрал. Ты должна, сука, собраться. Она не собирается. Том так же сделал, но раз собралась, типа, хуйня ебаная. Сама можешь быть так. Он педофилом стал? Хуй фупырь, блядь. Я отвлекся на этот непонятный бант. О, блядь, ща опять. Она вот сразу сейчас собралась. Нет, я не хотел. Господи, что же я наделал? Тянет холодом. Что же именно ты наделал? Мне кажется, педофил, сука, мерзкий. Ричард. Тварь. Так, ролик пошел. Я никогда не чувствовал в предметах такого отчаяния. Оно звало меня, хотело мне что-то показать. Пожиратель детей. Тот ты девку застрелил. Ну где же? Вот же дерьмо. Это есть Ричард? Думал, что я смогу сидеть. Идиот. Что бы ты обо мне подумала? Я подвел тебя? Подвел нас? Все летит. Куда? К чертям? What? Что? Я просто когда рассматриваю, я на субтитры вообще, блядь, не смотрю. Да, я знаю. No, нет, I need to be sure. Нужно убедиться. Так, он говорит с своими друзьями. Ты должен что-то ищет. You want what? Что ты хочешь? Он тоже был медиумом? Fuck! Черт. Кто там? Глядите-ка, ты решил выпустить меня из клетки.
его сюрприз. Я, конечно же, нужна моя помощь. Знаешь что? Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around you. Оно где-то рядом. Что? Что он ищет? Oh, it's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. You know, sometimes I wonder. Всегда в этом сомневаюсь. No, it doesn't make it easier when you keep. То, что коретка меня выпускаешь, не имеет идет мне на пользу. Спасибо за это, кстати говоря. Именно ты. Так и надо вести, что-то там, блядь, дело. Damn it! Думает, ничего нет. There's nothing here. Че ты за really? Хрень? I'm never wrong about these things. Я никогда не спросил о каких-то вещах. Screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? Что? Damn. Вот. There. Where? Где что? Да, вот она. Картина? Тебе картина, блядь, нужна? This is it. Okay. Окей, я сказал. Хорошо. Okay. Хорошо. Она у нас. What? You building tension? Ты что, паузу выдержишь? Бери, блядь. Заткнись нахуй. Это она. Страница на странице. Да, он помешался на ней. Нет, какой-то детектив. It's like he's obsessed. What is he? Что же он? Что я наделал? Мы не могли знать заранее. Чего знать? Я пустил ее в свой дом. Он был мне как отец. Как он мог так с ней поступить? Блюдок. Как он мог? Я же говорил, никому нельзя верить. Только друг другу. Не суетись, подумай, что будем делать. Это его второй... Подождем. Когда он вернется, я... полегче, помни, что стоит на кон... стоит на кону. Да, лучше я с этим разберусь. Тогда поспеши. Потому что иначе... Я убью его. Томас. Томас, я не ждал тебя. Все в порядке, дружище? Вот этот Ричард идет. А это Томас сидит, который потом Томаса... Ты сделал это? Дружище. Дело что? С моей дочерью. Моей 13-летней дочерью. Я доверял ей. Томас. Did you do it? Ты сделал это? Это он убил! Это начальный ролик. Убийство маленькой девочки. Я нашел его, заставил себя посмотреть его. Forced myself to look through it. Cover to cover. От корки до корки. Every single fucking page. Каждую гребаную страницу.
Скажи, что ты не сделал с ней это. Томас, прошу тебя. Скажи, что я ошибаюсь, Ричард. Скажи, я отпущу тебя. Это был не я, Томас. Ты должен меня понять. Это живет внутри меня. Ты должен мне поверить, я хотел умереть. Сейчас умрешь, нахуй. Я сделаю все быстро. Томас, мне так жаль. Она моя дочь. Нихуя, блядь. Я должен был приезжать. Вали его нахуй. Томас, вали его. Но ты приехал. Ты знал, что она здесь. Знал, что он значит для меня. Томас, клянусь, я уеду. Ты никогда... Стой, что ты делаешь? Нет, отпусти. Отпусти меня. Отпусти меня. А что он сделал? Отпусти меня. У него что-то поселил? Эта опухоль слишком разошлась. Пора вырезать ее. Time to cut it out. Кем ты являешься? Ёп! Мы играем теперь за Томаса, да? Освободи Ричарда от его демонов. И типа мы внутри Ричарда? Типа мы его демонов все будем валить? Короче, на этом все. Было сохранение, все. Давайте, я счастливо. Игруха мне вообще понравилась, кроме вот этого вот... Где надо скомбинировать этих чуваков. Это ужасно просто. Вот, но будем смотреть, что там дальше. Давай, счастливо.